Всем доброго времени года, уважаемые зрители. Знаете ли вы, как попасть в Америку без визы, без регистрации и без СМС? Ну, для этого вам нужно добраться в место, которое находится в Витебской области, Республика Беларусь, Круглянский район. Ну, к сожалению, я и вы вместе со мной уже немножко опоздали. Вот эта вот территория, на которой я сейчас нахожусь, это бывшая деревня Америка. На карте, скажем так, начала 21 века, которая у меня есть, уже написано, что она, в общем-то, нежилая. В скобках там такая пометка. А на атласе, таком же автомобильных дорог уже, скажем так, 10-х годов, даже и не отмечено как таковое. Это место как населенный пункт. Ну, то есть еще совсем недавно, по большому счету, жизнь здесь была. Об этом, правда, теперь свидетельствует только остатки фундаментов, куча кирпичей на месте, наверняка чьи-то печки, немножко яблонь довольно старых, плодами которых теперь кормятся местные лесные жители, коих тут, благо дело, хватает, причем как ушастых, так и копытных. Можно было бы сейчас броситься высокопарной какой-нибудь фразой, типа «при Трампе лучше было», но по большому счету здесь тогда нужно применять не Трампа, а Билла Клинтона, а то и какого-нибудь Джорджа Буша-старшего, а то и Рейгана. Что ж, двинусь я по старой деревенской дороге, точнее, по тому, что от нее осталось, к своему автомобилю. И дальше путешествовать по Беларуси. Жду вас в следующих видеосюжетах. Будьте здоровы!